Алло, пачаны, топ геймер из Волд. Да, да, пачаны. О, а где поздравления? Где поздравления? Охуевый год, потому что был и никакого поздравления, вот сам себя поздравил. А чем топ геймер сам себя поздравил? Ну, вот сейчас вот узнаете, блядь. Год, потому что говорю вам, пачаны. Такого года даже в последние дни Гитлера, блядь, не было. Уёбского. Я уже пережил все самые страшные, блядь, моменты. Так, сейчас вам зачитаю, что я купил. Цена 21.280. Гарантийный талон. Тут есть 2 недели на осмотр. Я телефон не стал осматривать. А, я уже пропизделся, да? Телефончик, блядь, прикупил. Не стал сразу смотреть, что мне там подсунули, блядь. Вот, такая вот интересная тут, кстати, гарантия 24 месяца пропечатанная. Будто бы мы попали в 17-й этакий век, блядь. С такой плямбой, блядь. Пластилиновой, санной. Вот, что же это за телефон такой, пачады? Самый дорогой телефон, который у меня вообще был когда-либо. Вот этот вот, вот этот. Называется он... А, прежде чем, пацаны, блядь, продолжить, я вам хочу сказать, что, значит, это... блядь, такой случай у меня был. Хотел я взять Ashtione 5oni, блядь, Ti. Ashtione 5oni Ti. За 30, там, с копейками тысяч через Алиэкспрессе. Заказал, там, платеж был в обработочке, поточка. Вот. Потом, спустя часочек, родаки забегают, такие, ты чё, мудак, ты заебал орать, в Новый год орёшь, там, скачешь, блядь. А я в диджей Путине стреканул, как так нихуёво, со скольки там, с 1000, блядь, до 7, но никогда не рискуйте такой хуйнёй, топ-геймер только может рисковать, и то, если меня в донатах просят, блядь, я могу зайти поиграть во всякую хуету, вот, вы не рискуйте, вот, но кто не рискует, тот не пил шампанского, я рисканул и выпил шампанского за 3000, вот, родителям это не понравилось, на следующий вот день они мне предъявили, к чему я, к тому, что, блядь, я отменил заказ этот ебуный, блядь. Ashtione 5oni, блядь. Как так? Вот, ну, да? Может быть, это он, да, у тебя? Нет, пацаны, не он. Не доставили мне его, блядь. Отмена прошла. Потому что я хотел переехать, блядь. Хотел переехать от родителей, но... Раз уж я претендую все равно на кусочек хаты... Это повербунг, почему? Это повербунг, блядь, оказывается. Да, я еще повербунг взял, чтобы подзаряжать тут за мобильник. Вот. Отменил. Деньги, блядь, куда-то там исчезли у меня. Заказ тоже. Вот. Прошло там 4 где-то дня. И вот прислали мне Адену. Вот я взял телефон уже, подумал, блядь. Дудге S60, а то там все стали выёпываться в такой вот коробочке, блядь. На ощупь приятненько, но слишком много рук видно было здесь, тем более вон женские, блядь, когти, будто бы царапали. Ну, выглядит вполне неплохо, но для цены где-то в 10 тысяч эта коробочка. За 10 тысяч... Блять, в такой же. Да какой в такой же, бля? Вспомните мои телефончики. О, Looking. Сейчас будем сравнивать с моим нынешним. С Джунгой-Бонгой. Разница есть? Есть. Уже в коробке, блядь. Блядь, что-то не достается никак. Вот. Внутри пусто, не густо. Так вот, оттуда меня стали пиздить, ты же проебешь, ты их там ломаешь. Тут меня весоми скидывает идеальный вариант, пуленепробиваемый. Реально там, блядь, в человека стреляли, и он дефался этим телефоном. В принципе, опасному человеку нужно держать всякие
типа пуленепробиваемые вещи. У меня есть бронежилет, у меня теперь еще и пуленепробиваемый телефон. Вот, смотрите, что в комплекте здесь идет. Вилка фирменная. Не знаю, как она там будет заряжать. А, провод довольно-таки короткий. Можно сесть. Можно сесть на отверточку. Провод короткий, это факт. Я прям вижу. Андроид, если что. Я айфуни, блядь, не переношу на духа. Вообще терпеть не могу, блядь. Просто берут за... хайпятся в ценниках на умершем человеке, блядь. Святом причем человеке. Стива Джобса, блядь. Сковородюшным. Блядь. Ебать, он здоровый. Смотрите, разница. Это даже не папа, это прадед. Это прадед Джунги Бонги, блядь. Смотри, какая здоровая вам. Видно там? Видно, я думаю. Видно, наверное. Ага. Так, с характеристики. А почему тут нет ни книжечки никакой, блядь, чтобы я вам зачитал? Так. Подождите-ка. Это повербунт. Его убираем. Он, кстати, на 20 тысяч ампер. Ну-ка посмотрим, он заряжен, нет. Тут еще такая вот, блядь, клееночка была наклеена, ну, которая дефит, типа, входы-выходы. Вот, напоминает мне, я как-то наткнулся на картинку хентайную и натыкался после этого постоянно на такие картинки, где голые, блядь, залупы, и низ залупы почему-то заклеен вот такой же клеенкой, блядь. Зачем? Я вот это никогда не понимал. Кто знает, можете мне в личку написать и скинуть свою залупу с такой же клеенкой, блядь, чтобы я не спалил. Может быть, это сертифицированность, типа, залупки, блядь. Так, говорю вам, пацаны, нет никакой книги, нет никакой книги, это все, что есть. Я даже не могу вам сказать через интернет, что к чему там, потому что у меня блокмогик сейчас заряжается от монитора, блядь. Вот, и этот монитор потушен, соответственно, от мониторного кабеля, ёпта. Так, Volume Plus, Dudge 6.8, Power, кнопка Sosia, камера, ПТ. Но характеристик никаких, во, 21 МП. Я этот телефон брал именно, вот, заново, для того, чтобы стримить. Но получилось так, что мой Twitch вновь забанили уже третий или четвертый раз за этот год. Смотрите, экран какой. Ну, мне кажется, он будет у меня заляпан. А он, кстати, не был заляпан, если что. Я вот сейчас вот потер, и остались какие-то, даже не, я бы не сказал, что это разводы. Царапины, блядь. Это царапки ебаные, блядь. О, вот так вот провел, уже не стало. Ну, вправо, блядь. Теперь понятненько. Ну, сука, пиздец. Я уже заляпал его, ёб твою мать. Dudge модель S60. Одна камера вот такая ебуная. Обычно такие телефоны, они ничего из себя не представляют. На вес, кстати, 200 где-то тонн весят. 200, сколько там на сайте было написано? 260-270. Вот. Как он там включается? Кнопочки по бокам. Я их клацаю. Очень много кнопок по бокам, блядь. Вон, слышите? И они на ощупь, как кнопки на клаве, на мышке, блядь, сбоку. О, запускается. Смотрите, запускается. Я не знаю, сим-карта тут как вставляется-то, блядь. Сейчас будем разбираться. Power Android by Android. Dudge, блядь. Ду-ду-ду, кто будет дуть? Made in China, вон, видите, написано. Ну, мне еще в 2007 говорили, что все в Китае делается. О, Welcome to English United Student. Не United Student, блядь. Так, Геленджик...
КГК, Украинка. Так, Руся. Лаунге. Казахстан. Да, блядь, не только одну, а Россия. Начать. Привет. Экстренный вызов. Специальные возможности. Начинаю. Ставьте сим-карту. О том, как это сделать, рассказано в инструкции к вашему телефону. Так инструкции-то нет, пачаны. Инструкции-то нахуй нет. Я говорю, мне дали просто коробку, блядь. В коробке не было ничего, только вот единственная пленочка. А это, видимо, это такая, блядь, инструкция. Вы представляете? Это, видимо, инструкция есть. И под микросим-карт. Микросим-карты подведена вот стрелочка в открытую какую-то скобу. Ну и что это такое? О, СОС какой-то. Ну-ка. Предупреждение, что? Вступить в спасательный... Стоп. Дальше что там написано? Вы скоро войдете в спасательный... Тревога, нужно нести юридическую ответственность. Отсчет будет... Что это, блядь? Это кнопка Ким Чен Куна? Сейчас, блядь, зажму СОС, и что произойдет? Слушайте, она может зажаться у меня без проблем, она просто никак не блокируется даже, понимаете, блядь? В кармане как я буду? Но зато и этот телефон наверняка не проебу. Вот. А здесь, видимо, нужно открутить для начала. Как показано. Только я не понял, что откручивать-то. Тут почему-то прямоугольные входы-выходы, блядь. Но у меня отвертка-то одна. Но есть крестовая еще. Болтишка, блядь. И что? И что делать, блядь? Что-то комплектация уёбская. Взял я уже, поцарапал, блядь. Вот соскользнуло. Да. Делает, конечно, невеликое. Что-то как-то странно это все выглядит, блядь, походу. Сейчас еще резьбу сорву и буду ходить без панели. В чем этот телефон еще видит, типа велик? Потому что закрылки, которые имеются здесь, они водонепроницаемые. Так. Саркофаг снимаем и скр-скр... О, скр-скр-скр! Скр ты! Ааа, блядь! Я никогда не был так, блядь, быстро близок к цели. Посмотрите. Сим-карта. Сим-картное отделение. Так, ну что ж, джунги-бунги. Вон, посмотрите, что у меня с ним стало. Это я причем даже не раскусывал после какой-то пьяночки-гуляночки. Получилось так, что... Блядь. У меня кусочек пластмассы отлетел в неизвестном направлении. Я бы так бы склеил. Я ведь вещи-то берегу. Такс. И куда тут сувать? Ну-ка посмотрим, где там эта мега-инструкция, которая стоит... Которую стоит позаимствовать всем абсолютно, блядь, владельцам и создателям каких-либо агрегатов, блядь. Смотрите, какая компактная. Нет, 100 страниц. Все ясно. Нет, ничего не ясно здесь. Тут крышка должна открываться. Вот это. Как-то она поднимается вверх. Тут вот защелка. Вот здесь вот, пачаны, защёлка, блядь, видите вы, нет? Вот здесь вот есть защёлочка. Сейчас зафокусю. Ага. Так. Вот она слева. Ёб твою, блядь, это не она, это какой-то контакт. Я знаю эту хуйню, блядь, в этом телефоне такая же есть. Сука! Вот. О, посмотрите, пацаны. Видите?
блядь. Нахуй я кидаю, сейчас еще, блядь, не запущу. Я погнул ее уже. Ну и что мне, блядь, как открыть саркофаг откровенный? Крышку-то открыл, блядь, а как... Как внутренности достать? О, зацените. Я надеюсь, я ничего не нарушил. О, фух, блядь. Ну, он работает. 73% аккумулятора осталось. Спасибо, что установили какое-то зело, блядь. Прикосновением пальца одного, блядь. Зило. У меня уже гудбай, блядь, со своим зиппо. Так-с. Как-то она сюда вот кидается, видимо. Как она всовывается-то? Тут не написано. Хотя какие-то помарушки есть, но тут написано D-O-D. Ну, Дунги. Дунги, блядь. Вот, я кинул. Я кинул симку сюда. Закрыл. Не будет действовать, потому что выглядит не так круто, как могло бы. Может быть, я ее должен куда-нибудь вот туда вот ставить. Блять, надо было того, нахуй, мастера попросить. Ща надо выключить этот телефон, а то я собью что-нибудь. Так, как он выключается? Опять. Во, выключение, нижнее. А, тут вон, видите, пацаны, пувер. ПТТ. Вон фото внизу. Сразу можно фоткать. Выключение. Android. Тут, по-моему, Android 7.1. Вот. Такой же Android точь-в-точь, как и это. ПТ. Они ПТ 5. Так. Стойте, а где сим-карта-то моя? Блять, где моя симка? А. Так, сейчас, секунду. А может быть и минуты. Открыл крышку. И как она, блядь, суется-то туда, я не понимаю. Может быть, как-то вот так вот я должен посмотреть. Так выглядит наоборот. Все верно. Слева-слева открывашка, блядь. Как-то нужно ее запихать. У меня, конечно, есть вот эта вот сердцевинка. Может быть, в ней? Я в этих симках-то не разбираюсь. Я сколько раз обращался в салон, и там даже в салоне не каждый спец может помочь. Обычно... надрезик есть, ну, надкус. Как в санном яблоке. Сейчас начнут уёбываться. Вот, у тебя денег нет на яблоко, блядь. Денег на яблоко нет. Да если бы было, я бы не купил даже. Может быть, вот сюда засунуть просто. Почему? Может быть, в боковую, блядь, стельку ебануть. Обхитрить. Сейчас. Слишком узенько тут. Сука, будто бы в тайскую сосочку вошел. Там же, блядь, ебутся с 12. Ну, никому не рекомендую, конечно. Блядь. Как вставить-то? Не вставить. Вот что-то. Не, у меня створки не закрываются. Они, кстати, довольно-таки как-то простенько сделаны. Я более чем уверен, их можно будет оторвать через некоторое время.
Может быть, с этой стороны? Вот, что-то залезает. У меня ногтей нет, вот, блядь, знаете, как плохо, когда нет ногтей? Сейчас я поддену отверткой, блядь. Кристально пиздатый. О! Блядь, застряло! Застряло, блядь! Во, что-то... Ну, все равно как-то криво вам не кажется, печены? Вон, видите? Ай, спина. Кривовато устанавливается. Блять, ей что-то мешает внизу. Но она не должна вот так вот наперекось. Это же даже некрасиво выглядит. Никто такой телефон не спиздит. Не, ну спиздит, потом откроют и вернут. Или выбросят в Москву-речку. Может быть, без этой херни? Давайте без этой херни попробуем. Да нет, это слишком огромная, между прочим, дырочка, чтобы обычную симочку вот такую вот принять. Ну, естественно, тут вон свободное место, блядь, будто бы папа Вежелинг, блядь, вошел. И после этого антифаны стали продалбливать. Естественно, мадемуазель ничего не почувствует. Сука. Нет, нет, все-таки я был на верном пути. Так, микро-сим-карт. Микро-сим-карт, микро-СД-карт. Микро-сим-карт, микро-СД-карт. Что такое микро-сим-карт и что такое микро-СД-карт? Вот это вот в сумме. Микро-сим-карт или микро-СД-карт? СД это вообще, это флешка, если чё, блядь. По идее, СД. СД, ну да. Блять, это, видимо, флешечный отдел. Я ж забыл, что здесь флешка-то еще идет. Которой у меня нет. Так-то внутри здесь 64 гигабайта. Получается. Получается, вот сюда нужно тыкать. Ну и что, я закрыл. Ну нет никакого совпадения. Обычно я вам говорю, блядь, надкус в надкус идет, блядь. Телефонный, блядь, на симочный. SL написано. Чё за пиздетни? Ну вот он, вот я вам говорю, блядь. Китай, Китай. Китай, блядь. Всё, запер. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот давайте вот посмотрим. Да, она открывается. Теперь она открывается. А, стоп. Там вот защелочка, блядь, которая, конечно же, не слева находится. Левую не трогайте. Чё-то не понимаю, блядь. Виджелин, который ничего не понимает. Но у меня не защелкивается она. Вот в этом вот проблема. Но у меня не щелкает. Как сделать так, чтобы она защелкнулась, сука? Или даже и никакого гайда нет. О, ну, может быть, в гарантийке там что-нибудь такое написано. Внимание, все товары, прилагаемые в нашем, являются работоспособными. Комплектными и имеют механических повреждений. Так что никаких претензий у меня, типа, к ним не должно быть. Но у меня есть претензия. Почему гайда нет, блядь? На такой телефон, ёб твою мать. СОС еще, какая-то юридическая ответственность. Мне хватит юридической ответственности. Заеблю с Олеговой мамкой, блядь. Титькови. Титькови, блядь. Хватит мне ее, сука.
него. Видимо так. Но на контакты не заезжает. И влево смотрит уголок, если что, пацаны. Сейчас смотрим. Так, включаю. Так, Дудги. Вот это вот, блядь, не клацается. Дудги кнопка. Видно вам? Видно, блядь. Не знаю, правда, там, может быть, расфокус небольшой будет. Ну, операторов нет, блядь, потому что приходится, блядь, без автофокуса нахуй снимать тут. Вот это вот пластиковое, вот это вот все. Или металлическое, ну-ка. Полупластик. А, вставьте сим о том, как угу, в нашем телефоне. У тебя есть там эта курица-то? Ой, а есть у тебя это? Тут уголок вправо смотрит. Сигареты что? Есть тебе? Зачем? Я спрашиваю, есть или нет? Нету. Надо уже нету. Нет? Просто... Возьми. Возьми и пиво. Вот! Давай, возьми. Пиво, блядь, представляешь? Я тебе, блядь, такое пиво покажу, дело будет. Бутылочку хотя бы. Новую объёбочку, блядь, обмыть. Я вали из дома. Ну, завтра свалю я. Сегодня мне не надо, пошёл. Сегодня мне не надо. Я завтра сказал. Так. Уголок там, блядь, на видосе вправо показан. Ну, в смысле, вправо, когда контакты здесь. Ой, блядь. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. О-о-о. У-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Блять. И чё мне, бля, в ебуный мегафон эти, что ли? Чтобы вставлять. А мне могут предъявить, хоть и я их абонент, сказать, ну, знаете, молодой человек, вы телефон не у нас купили вот такой вот. Это вообще, это телефон какой-то странный, мы его впервые видим. Мы ничего не хотим сломать. До свидания. Хотя я абонент этого мегафона лет 15 уже. Отношения, разумеется, никакого не будет. Не, давайте все-таки вот в эту херню вставим, блядь. Вот в эту, которая здоровая, типа под СД. Есть такой маломайский рэпер. СД. И игрок в доту. Герой в доту, точнее. СД. Друг друга стоят, блядь. Даже такие кротокрысы, походу. Ну, на вид мой. Оценочное суждение. Вот, я вставил вот в эту. Ну, выглядит типа в тему. Больше там дырочек никаких нет. О! Опа! Опа! Сука! Блядь! Ну как-то? Ну, вот так вот. Блядь, прогруживаю. Там грузилось у меня что-то. О том, как это рассказано в инструкции по телефону. Твою мать, какая тут, блядь, инструкция может быть? Может быть, кнопку соц, типа, зажать? Как в Вертуха есть такой телефон. Покупая его, тебе даже доцент доступен, который с тобой, блядь, будет созваниваться, вы представляете? На всякую хуйню отвечать там, блядь. Привет, ну, Россия. Пропустить. Как вы хотите настроить телефон? Восстановить данные. Восстановить с другого устройства Android, из аккаунта Google. Не знаете, что выбрать? Ну, блядь, устройство как новое. Это ж новое. О, Wi-Fi сейчас, блядь, подключусь.
то я знаю, блядь, местных крохоборов, нахуй. Зайдут в падик открытый и будут у меня Wi-Fi воровать. А воровайки. Мы заканчиваем настройку устройства. Это займет минуту или две. Так, ну, за две минуты, за минуту или две, что вы смогли понять, что сим-карта в этот телефон не вставляется никоим образом. Проверка обеспечения. Довольно-таки долго, кстати, он там мерцает, блядь, какие-то проверки проводит. Вот, чтобы Google. А, угу. Сейчас я войду, блядь. А как мне обратно-то съебаться? Мне кажется, кнопки здесь могут отвалиться. Они потому что сифонят. Хотя... Но они такие, знаете, блядь, жиденькие. О, жиденькие кнопки, блядь. Да. Очень жидкие. Звук есть, попустить. Попустить. Да не хочу я в Гугле, блядь. Потому что у меня моя почта привязана к телефону. Укажите имя, блядь. Выключение. Похлеще, чем паспортный контроль Россия-Украина. Не, ну слушайте, телефон я должен как-то, блядь, запустить сим-картой. О, чего бы это ни стоило, ёпта. Дополнительные, если что, тут пробирочки имеются. Если вдруг потеряете. Если вдруг потеряете. Будто, словно я уже продаю телефон, да? Не успев им попользоваться. Вот здесь нарисовано. Ой. Стоп. Один. Один скол вниз. Стоп. Блять, пацаны. Кто меня тупым назовет, тот сам так и назовется. Ну, я сюда вставлял вот эту вот херню, блядь, я вставлял уголком влево. Соответственно, вот инструкция пиздит, потому что уголок влево, блядь, недействителен. И уголок вправо-вниз, правый-нижний, чтобы смотрел, блядь, у мини, наверняка тоже не сработает. Потому что если он, блядь, в левый верхний не работал, блядь, почему он в правый-нижний должен работать? Опять дуди. Дуди. Так. Угу. О, запуск Android. Вот у меня такая же херня. Если что, у меня до хрена телефонов было. Ну вот, вот. О чем я и вам и говорю. Это пизда. И мне кажется, я его сломал. Почему? Мне кажется, я его сломал. Блять, я погнул вот эту хуйню, блять, ебаная сука! Она рядом с сим-картой находится, понимаете? Вот, вот, вот это вот дерьмо я погнул, я думал это рычажок, который открывается. Ну, блять! У меня никак не работает симка, блядь. Ну и чё, блядь? И она выгнулась. А как? А как разъебать самый пуленепробиваемый, блядь,
смартфон говнён. Дайте мне его, дайте мне его, я найду слабые местечки, блядь. Просто сразу. Слабое местечко ебаное, блядь. Третьяковская галерея, жоповская хуета! Я все правильно сделал сейчас. Если вот по этой инструкции боковой смотреть, блядь, все правильно. Все правильно. Один и два. Один, два. Они смотрят. Так, так. Все верно. И она как там влетая. Она без дополнительной вагины, блядь. Ну и так я вставлял уже. Так я вставлял. Ну. Хотите настроить телефон? Нет, я хочу, блядь, сим-карту. Сука. Сейчас я, блядь, отключу. Так. Через компьютер посмотрю, какая там инструкция, блядь. Может быть, я действительно что-то не так нахуй делаю. Мне бы не хотелось признавать, что я разъебал телефон. Так. Дудосия 60. Инструкция. Инструкция. Характеристики, обзор. Блять, что? Нахуя я полез к этой хуйне? Ну, блять, ну почему я полез на нее-то, блять? Там показано, что он живучий. Инструкция официальная. Официальная. Нет, надо так вставить симку. Вставить симку. О, установка вот. Ну-ка. Так, подождите-ка, почему сейчас я, блядь. Послушаю, там чувак разбирает что-то, блядь. Да, Дмитрий Квер, у меня... Бля, ебун, блядь. Он сразу просто вставил, почему? Он просто, блядь... Так, сим номер один. Каким? А, блоком! Сука! Сука, блядь! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Блоком! Блоком, блядь! Оно блоком! Ну-ка. И чё? Как, блядь, блоком-то? Ну-ка. Блять. Ну я погнул ту хуйню, надеюсь. Так. Боком ставил выключение, ну. Сколько там зарядки, блядь? 25% нормально, блядь. 10% там еще.
Ну вот, я боком ебанул ее, блядь. Уголок влево смотрит. Ну. Блядь, не наеби меня, ёб твою мать. Блядь, не наеби меня, сука. Сука! Вот и вам боком. Вот вам боком, блядь. Сейчас попробую вверх тормашками ебануть. Все это проеб. Придется, блядь, на горбушку там ехать, нахуй. Отдавать, блядь, немыслимые деньжищи ебучим, блядь, фрикам наебательским, блядь. Охуенно я год начал вообще. Ну-ка. Не, все равно. Я даже в большую вот. В большой прослойке ебанул. Все равно то же самое, короче. Все, не видит симку. Не видит сим-карту. Ебаные пальцы, блядь. Гандониха, блядь. Все, пацаны, I'll be back, везмощадка, нахуй. I'll be back. Ну что, пачады? Вот, во, види, Титьков. Сообщение новое от Титькова. От Титькова новое сообщение. Вот какое новое сообщение. О, это, наверное, Титьков звонит там. Нахуй отсюда, блядь. Нет у меня ничего больше. Так, как вы поняли, пачады, в общем, вставил я эту сим-карту. В итоге вверх тормашками заработало, но заработало после того, как я... Вот ту вот контактинку немного отогнул в исходное положение. Чуть-чуть, блядь. Вот, подоткнул. И вот что получилось, то получилось. Надеюсь, на работоспособность это никак не повлияет, блядь. Ну, звонков, мало ли там. Мне будут звонить, типа, топ-геймер, говорить, а мне будет слышаться, блядь, рыжий пес, ёпты. Вот. Как вернуться обратно, я не понимаю. Тут слишком, блядь, ебанутые кнопки на самом деле. Вот, как-то, хоть я в андроиде в этом мастер, но то, что вот вверх можно, вверх-вниз клацать, это да, но вот, блядь, быстрый набор, как, так, подождите, это войти в Афлуни, вот сейчас 3G показывает, ну-ка, кнопку какую-то, ПТТ, блядь, зажимаю, ПТТ. ПТТ зажал, ничего не... Блядь, мне надо на рабочий стол опять выйти. Как выйти? Ага. Я вниз сначала должен клацнуть, но неудобная хуйня. Так. Бизнес, мой мир сейчас. Блядь, какой мой мир, нахуй. Еще бы, блядь, одноклассники. У меня, слушайте, фотик не работает. А, я должен зажимать. Так... Но, в принципе, фокусируется. Блин, довольно-таки быстро фокусируется, пацаны. Звук звонков все тот же, блядь, начальный. У меня даже на бомжатских телефонах, микромаксовских, такая же, блядь, быстро.
Быстро фоткает. Ну-ка, а? Панорама какая-то. Панорама, блядь. Панорама поддерживает режим непрерывной съемки. Блять, влево, ебать. Ну. Короче, пизду. Такой глухой звучок на самом деле. Ну-ка. Сейчас. Матери наберу, бля. Блять, неудобно. Отчеты у меня не сохраняются. А, нет, сохраняются. Номера. Бля, очень глухой звук. Будто бы под водой. Он, кстати, под водой фрапсит, блять. Можно будет, я вам говорю, в Турцию какую-нибудь заебашить. У меня уже минус 5% зарядки, если что. Сейчас 4, 3G показывает. Так. Алло! Да. Алло! Да, да. Это Топ Геймер. Что тебе надо? Ты откуда говоришь? Снизу. Откуда дома? Я ага. А меня нормально слышно? Очень хорошо. Ну как хорошо? Ну, громко. Так потому что я дома. Все, давай. Ладно, давай. Так. Связь проверили. Ну, я надеюсь, он будет быстро работать, продолжать. Ну, как блядь, проверить работоспособность его? Переключает всякую херню, вот тут интернетовскую. Он, блядь, довольно-таки быстро. Нужно, кстати, отключить мегафон. Топ-геймер, это я. Блядь, занято. Хочешь получить 5000 рублей евро каждую минуту? А-а-а! Вот, ну, в принципе, вот такая вот, короче, бобилка. Тестить я пока не буду, разрушаемость, неразрушаемость его. Потом, когда придет время, обязательно мы это сделаем. Кстати, можно без проблем порезаться об вот это вот окончание. Я вот пальцем провожу, словно по этой... тросинки вот этой, бежишь по лугу, когда, блядь, ебучему, можешь растением этим порезать, как эта хуйня называется-то, пучаны, блядь, ну, росинка, трясинка, блядь, вот, порезать палец можно без проблем, вот эту вот окраину, вот, есть чем резать, зато, так, приложение, контакты. Угу. Впредь, чтобы китайцы такого не делали, блядь. Потому что сейчас золотая молодежь, чтобы контакты у любого молодого человека, блядь, даже 5-летнего, этот телефон может оказаться, да любой другой, блядь, у которого контактики торчат. И он, блядь, поклацает, блядь, поднажмет, и вот получится, что у меня получилось, блядь. И пойдет в автомастерскую телефонную, блядь, и получится так, что с него овер до хрена адены, короче, снимут. Вот. Буду продолжать вести инстаграм свой, который забросил на пару лет. Ссылки будут в описании. Все, пацаны, давайте. Абубек из Мощадка. Ждите стримов с телефона подводных. И не только подводных. Ну, подводные хуёво звучит, как подводный ебаный мир. Вообще, этот фильм ебанутый. Терпеть его не могу.